Американский дуэт Хевен Дэнни и Брэндон Фрейзер. Четвертое место у них в соревнованиях спортивных пар. Из первых ритмов вы понимаете, что танцевать они будут под саундтрек к мюзиклу «Чикаго». Костюмы, видите, соответствующие. And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Видите, как замечательно владеют коньками фигуристы, а начинали-то они с роликовых коньков. Хевен Дэнни вообще в 2003 году стала призером Соединенных Штатов Америки именно в соревнованиях на роликовых коньках. Вот именно поэтому они так хорошо катаются. На фигурных коньках. Замечательное выступление этой пары. Кстати, в 2014 году, ну, в частности, я беру 2014 год, на Олимпиаде в Сочи, может произойти уникальная ситуация. Если у Хевен Дэнни и Брэндона Фрейзера все получится, и они будут совершенствовать свое мастерство, попадут в сборную Соединенных Штатов Америки на Олимпиаду в Сочи, то вполне возможно две родные сестры смогут выступить за сборную своей страны на Олимпиаде. Так как старшая сестра Хевен Дэнни, Коди Дэнни, вместе с Джоном Коглином, уже в этом году стала чемпионом Соединенных Штатов Америки среди взрослых, пожалуйста, через два года, может, две пары команды США...